Обеспечение создания комфортных условий для здорового активного отдыха и развития детей, повышение уровня благоустроенности территории являются одними из приоритетных направлений социально-экономического развития поселения. Детские игровые комплексы – это не просто набор игровых элементов, но и среда обитания ребенка, которая является решающей в формировании фундамента физического и психологического здоровья детей. В Волинском сельском поселении на этой неделе была установлена очередная детская игровая площадка. Более подробно нам рассказал специалист администрации поселения Тимур Асакалов. В прошлом году в Волинском поселении было уже установлено две детские площадки. Это в самом селе Вольном и на хуторе Набережном, который тоже называется Вольным. В этом году тоже вот устанавливается первая площадка в рамках данной программы. Сегодня у нас чистый четверг. И силами администрации мы решили установить уже вот третью площадку в хуторе Кармана-Гидроицком. И таким образом мы своими силами как-то пытаемся организовать досуг и место, где могут дети развиваться, играть между собой. Жители очень рады тому, что здесь устанавливается такая детская площадка. Вот некоторые более активные представители тоже пришли, дают советы в меру своего разумения, как лучше сделать и как будет для детей лучше, по их мнению. Мы прислушиваемся к их мнению и, как бы, исходя из этого, размещаем снаряды по их желанию. Жители хутора Кармалино-Гидроицкий не скрывали свою радость. Заведующая местным домом культуры отмечает, увеличение количества детских игровых площадок позволит детям иметь больше возможностей вне дома играть и общаться друг с другом. В нашем Кармалино-Гидроицке не было места для отдыха наших малышей, детей, жителей нашего села. Благодаря вот нашей администрации Хагурову Мурату Аслановичу и администрации Кашхабльского района вот, нам привезли детскую площадку. Сейчас ее устанавливают. Детки, как увидели, были очень рады, очень довольны. Спасибо всем, что ее нам привезли. Сейчас мы установим, и дети наши будут постоянно находиться под присмотром, будут играться, будут общаться. Будут больше дружить. Спасибо всем. Спасибо тем, кто нам ее устанавливает. Таким образом, устанавливаемые площадки позволят улучшить внешний облик поселения и улучшить качество жизни.